Меня зовут Роберто. Я приехал в Крым из Италии, и вот уже больше 10 лет живу на этом прекрасном полуострове. О нем мой рассказ, о его природе, истории и общей атмосфере жизни. Крым – одно из самых удивительных мест на Земле. Он как отдельная планета. Нигде в Европе не встретишь такого количества пейзажей разнообразных по духу и по стилю. Крым как земля в миниатюре. Он взял понемногу от каждой части света. Это изумительная сокровищница, естественный музей, хранящий тайны тысячелетий.